Молдова вышлет 3 российских дипломатов. Послу России в Молдове в вербальной ноте сообщили, что согласно Венской конвенции 3 дипломатов объявлены персона нон грата и обязаны покинуть территорию страны. Власти Молдовы приняли решение выслать 3 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции, МИДИ, Молдовы во вторник, 27 марта, в министерство был приглашен посол Российской Федерации в Молдове Фарид Мухаммедшин. В вербальной ноте ему сообщили, что согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, 3 дипломатов посольства России в Молдове объявлены персона нон грата и обязаны покинуть территорию республики в течение 7 дней, говорится в сообщении. В документе отмечается, что решение принято в знак солидарности с Королевством Великобритании и Северной Ирландии вследствие выводов Европейского совета от 23-24 марта 2018 года, который квалифицировал нападение в Салзбери как угрозу против коллективной безопасности и международного права. Напомним, в мае прошлого года Молдова выслала 5 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. В ответ Россия выслала 3 молдавских дипломатов. Ранее 23 государства объявили о высылке дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля. Всего 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Албания, Македония, Норвегия и Украина решили выслать около 150 дипломатов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.